Три движения в новом комплексе. Первое from shoulders to overhead, то есть с плеч над головой разными способами, да, соответственно, по правилам можно поднимать либо чистым жимом, либо жимовым швунгом, да, подседая один раз, либо там, подседая дважды, делать движение, да, то же самое движение. Самый простой способ выполнения этого упражнения – это толчковый швунг, то есть с двумя подседами. Даже когда вы торопитесь, нужно после второго подседа выполнить фиксацию и выпрямиться в одну линию. Судьи будут на это смотреть обязательно. Особенно советую это делать тем, кто записывает видео у себя дома. Лучше, чтобы вас кто-то контролировал и говорил, выпрямились вы или нет в конце. Вторым движением становая тяга будет относительно маленький вес, 53 килограмма, если не ошибаюсь. Да, но опять же здесь стоится маленькая загвоздка. Вы из-за маленького веса вы будете спешить делать становую тягу. А это будет позволять делать вес, но можете не выпрямиться до конца. Да, к примеру, быстрое выполнение становой тяги может выглядеть вот так. Да, вес легкий, но это будет все no rep, потому что нету выпрямления, плечи не уходят за уровень штанги. И третье упражнение – это прыжки на тумбу. Все та же проблема – отсутствие фиксации. Простое упражнение может стоить в себе, да, незащитное повторение, если вы не выпрямитесь до конца. Запрыгивание всегда должно, за запрыгиванием должно следовать выпрямление корпуса. Комплекс состоит из простых упражнений. Всем рекомендую, да, следить за техникой и не вычитать себе очки из-за того, что вы торопитесь. В этом комплексе победит тот, кто сможет как можно дольше терпеть непрерывную работу. Как только вы начинаете отдыхать в этом комплексе, вы начинаете терять лидирующие позиции. Старайтесь либо распределить интервалы отдыха равномерно в течение 10 минут, либо работать и впахивать, не переставая все 10 минут. Ну, я думаю, что на сегодня весь поток информации, который мы могли донести до наших слушателей, у нас истяк. Я могу только попрощаться. Сегодня с нами был серебряный призер чемпионата России по кроссфиту Алексей Немцов. Чемпион России по кроссфиту Данила Шохин. И командир целых двух залов Риба Кроссфит, База и ПИТ. Иван Филиппов. Всего хорошего, друзья. До встречи.